угрожал один человек, вот я тоже не знаю, как его зовут, он в белой рубашке был. Но он мне угрожал тем, что изнасилование. Он сказал, говорит, тебя нужно пару раз, говорит, попробовать. Фух, я не могу даже. Я обратно вернулась прям в тот момент. Да не, нормально. Не пойдем слово. Всем те, кто меня поддерживал, большое спасибо. Меня сначала осудили на 7 суток, а потом, получается, на 7-й день уже ночью, когда меня должны были выпускать, дали еще 5 за видео 9 мая, там, где я на Артеме перекрыл дорогу. Там скрутил руки, их было 2 же, пожарные и полицейские. Полицейский меня, получается, головой 2 раза об стекло ударил этим местом. А этот пожарный, ну, мое тело как прижимал. И, получается, этот, когда зашел, одели мне на руки наручники. Где я порезала палец, я не знаю. Но я, когда приду, у братишки поинтересуюсь. Значит, когда этот полицейский уже вошел в дом, когда он одел на меня наручники, когда он... Если вы знаете, ну, наверное, никто не знает, ну, в общем, они такие тугие, у меня вот, когда я прибыла в ВВС, у меня руки были все синие, красные, синие, ну, от того, что они сжимали мне руки. И долго с меня их не снимали. И этот полицейский, когда, значит, меня потащил за наручники, чтобы вы понимали, я вам покажу, как, вот так вот, я вверх поднимал, от этого я очень сильно загибалась, не потому что очень больно. И он меня пнул в живот,